В последнюю субботу 2018 года в зале торжественных событий исполкома был проведен городской предновогодний благотворительный концерт, в котором приняли участие известные славические музыканты. Они играли композиции Баха, Генделя, Дунаевского, Пьяццоллы, Мишле, Грубера. В начале концерта звучал Бах в исполнении Юлии Ландау. В концерте приняли участие и воспитанники детской школы искусств, так в частности хор «Звоны солнца», пели не только в традиционной манере. В сопровождении органа. Неожиданным сюрпризом практически вне программы было выступление ансамбля «Звуки музыки». Аплодисменты, как и в любом концертном зале, звучали после каждого исполнения. Но, пожалуй, побольше их было после исполнения преподавателями детской школы искусств, объединенных в музыкальное трио «Нота Бена» композиции «Ялынка».
ближайшей музыкальной программе мы обязательно покажем это произведение в полном объеме. А пока отдадим должное всем участникам концерта. Это был прекрасный вечер музыки. И, как поговаривали зрители, концерт столичного уровня. Пожалуй, только порекомендуем продолжить эту идею классических концертов по праздникам. Все дети участники концерта получили сладкие подарки от мэра Юрия Фомичева, а сумма, собранная на благотворительном концерте в размере 5247 гривен, будет передана на лечение работнице детского садика «Крунг» Моисеенко Натальи Васильевны. А прекрасное праздничное настроение осталось у всех зрителей, пришедших на этот благотворительный концерт.